Мурманск занял первое место в рейтинге городских округов Мурманской области. Оценивались города по эффективности деятельности муниципалитетов региона. На втором и третьем местах Кировск и Мочегорск. Города оценивались по 40 показателям, например, таким как уровень экономического развития, образования, культуры, спорта, строительства и ЖКХ. В дорожно-транспортной сфере Мурманск отличился тем, что все дороги города соответствуют нормативным требованиям. Достойные результаты Мурманск показал по уровню заработной платы в сферах дошкольного образования и физической культуры. Также жители областного центра считаются самыми читающими. Результат получен по категории обеспеченности библиотеками. По результатам конкурса столица Заполярья получит дополнительно более 1,5 миллиона рублей из областного бюджета.